Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы представляем вам серию детских гитар Flight F100. В частности, в моих руках гитара Flight F100 LGN салтового цвета. По размеру эта гитара примерно соответствует уменьшенным гитарам 1/2. Вот, в частности, вы можете сравнить ее. Это Hohner HC02 и Flight F100. Приблизительно по размеру они одинаковые. Вот Flight F100 может быть даже чуть-чуть меньше. Многие покупатели нашего музыкального магазина, видя эту гитару, хотят приобрести ее для своего ребенка для обучения в музыкальной школе. Так делать не стоит, потому что все же этот инструмент нужно расценивать скорее как сувенир, игрушку. Да, эта гитара действительно стучит. Но, тем не менее, эту гитару нельзя рекомендовать для обучения ребенка. Лучше взять классическую уменьшенную гитару, в частности, вот показанные ранее Hohner HC02, либо Flight C100 1/2, уменьшенную Cremona. Ну что ж, давайте послушаем.